Они разные, но все-таки вместе. Вот уже 25 лет художники творческого объединения «Лик» радуют зрителя своими работами. Юбилейная выставка «Единство непохожих» собрала лучшие полотнища красногорских умельцев, как старые, так и новые. Они все очень разные. Их объединяет талант и географическое положение нашего города. Все они жители нашего прекрасного, зеленого, теплого города. Авторами выставки выступили более 40 художников. В Лике их не делят на профессионалов и любителей. Все достойны продемонстрировать свой талант публике. Поэтому экспозиция в галерее получилась многогранной. Нашлось место натюрмортам с фруктами, сюжетным композициям, авангарду и лаконичным цветам в вазе. Впрочем, ликовцы все больше свое предпочтение отдают пейзажам. Их манит колорит русской природы. Любимый Красногорск и его окрестности – еще одна нетленная тема для творчества. Усадьба Знаменская, Губаева, ту же конюшню, которую знают все жители. Вот она на этой выставке есть. Но это так трепетно и так трогательно, что мы можем донести до молодого поколения тот кусочек родного города, каким он был, чтобы они могли сравнить, что стало и что было. Признанным мастером воплощения на холсте видов города был Петр Решетников. Но кто не любовался его старыми улочками и площадью на станции Павшина? Эти пейзажи давно канули в лету, но в работах Решетникова живут. Ностальгия, одним словом. У него остался такой багаж, такой талант, такой объем работ, что еще хватит на несколько лет вперед показывать его работы. Тем более, что он закончил в конце жизни школу Андреяки по акварели. И у него еще очень много работ, которые мы готовы показывать. Каждый год в рядах ликовцев прибавление. Компанию опытным мастерам кисти и красок составляют молодые художники. Те, что только в начале своего творческого пути. И кому продолжать добрые традиции сообщества непохожих друг на друга творцов. Валентина Титова, Евгений Волков, Марьяна Быстрова, КРТВ.